картину. Меня зовут Наталья Малинина. Я расскажу вам об одном интересном лоте нашего аукциона. И это фарфоровая тарелка Владимира Янкелевского. Владимир Янкелевский, прославленный мастер второй волны русского авангарда, начинает работать над фарфором вслед за Владимиром Немухиным, который первый создает свои произведения в фарфоре. После Немухина к творческим экспериментам с фарфором подключаются Эдуард Штейнберг, Франциско Инфанте и уже позже Лидия Мастеркова, Олег Целков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов и Владимир Янкелевский. Владимир Янкелевский эскизами для фарфора занялся в 2003 году, а в 2009 при поддержке Виктора Минчина выходит его серия «Эрос» из 12 тарелок тиражом 50 штук. Серия была выпущена на заводе Мейсон в Германии, и диаметр тарелок составляет стандартные 31 сантиметр. Все работы выполнены в одном композиционном ключе. Каждая роспись посвящена теме триединства мужского, женского, начала и универсума, и при этом представляет собой трехчастную композицию, заключенную в пространстве одного фарфорового диска. Но в отличие от живописных триптихов, где для Янкелевского свойственно горизонтальное развитие темы, здесь сюжет разворачивается снизу вверх. Таким образом, серия представляет собой 12 цветных вариаций на тему гармонии человеческих отношений, где круг фарфоровой тарелки оказывается энергетическим полем, в котором соединяются все уровни человеческого существования от уровня вечности до уровня острой актуальности. Информацию о фарфоре второй волны русского авангарда можно найти в книге «Фарфор шестидесятников», выпущенной галереей романов к одноименной выставке фарфора. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить следующий анонс. Инвестируйте и соберите свою уникальную коллекцию «Скупить картину».